Всем привет-привет! 11 мая. И у меня сегодня первый рабочий день после перерыва в 2 месяца. Я сейчас еду с Мурманска, 7 утра. Мне к 9 на работу. Ой, я знаю, что день пройдет хорошо, спокойно. Но все равно... После такого перерыва лениво. До 9 вечера у меня рабочий день. В принципе, не вагоны разгружать. Посмотрим, интересно, заездов сегодня много-немного. И, конечно, меня волнуют мои цветочки. Кстати, вы, наверное, слышите, у нас птички поют. Сегодня отличный день, погода супер, кстати. Я прям вышла, и тепло-тепло так. Сниму сегодня цветочки, что там с ними стало. Вот, на работе. Ухаживали за ними, не ухаживали. И я, так как буду работать до сентября, то нужно что-нибудь, ну, не сегодня, а купить семена и что-нибудь высадить. Мне нравится ухаживать за цветами, так какое занятие на работе. Вот. Ну, бывают напряженные дни на работе, бывают нет. Бывают спокойные. После 20 мая может быть напряг, потому что у нас не, ну, горничная уходит в отпуск на все лето. И если не найдут ей замену, то... Блин, мы сами на своих сменах будем делать уборку. С одной стороны, это оплачиваемый фитнес, конечно. Вот, но у меня спина периодически побаливает, поэтому, конечно, не очень мне хотелось бы. Ну, что будет, то будет. Вот, и я сама согласилась туда выйти, вот, в гостиницу, потому что я знаю, что было бы хуже, если бы я нашла какую-то другую работу. Выбор небольшой, и точно это была бы не лучшая работа по сравнению с гостиницей. Единственное, завтра у меня уже ночная смена. Я не только в день буду работать. Вот. Ночные смены я ненавижу. Готовить завтрак. Вот. Ночи бывают неспокойные. Но тоже сейчас немножко поною. И что делать? Вот. На 9 мая я не ходила. У меня разболелась спина, и Дима сам ходил. Вот. Ну, ничего страшного. Было холодно, холодный день, кстати. Вот, а я не пью, и поэтому согреться мне было бы нечем. Вот. Ну ладно. Вас с пришедшим праздником. Мира нам всем над головой. Надеюсь, человечество когда-нибудь научится жить мирно. Ладно. Иду на остановку и еду на работу. Ну что, я на работе. Вот. И сейчас я вам поснимаю цветы. И, надеюсь, смогу смонтировать, вставить. Когда я уходила в феврале... Нет, я уходила в марте. 9 марта, какие цветы были, вот, и как они изменились за эти 2 месяца. На самом деле вымахали, вот, ну, естественно, сейчас у нас гостиница не работала с 1 мая по 10, и надо тут их немножко вон убрать, вялые, но они очень сильно вымахали, вон, цветет у нас, я забыла, как называется, смотрите, как красиво, такие красивые цветочки, прям здорово. Вот, смотрите, как этот тысячелистник вымахал, да, это тысячелистник, по-моему,
чуть ли не до пола уже. Видите, раньше тут стояла такая, как она называлась-то? Ну, тумба. Вот, а сейчас ее нету. Короче, смотрите, как у меня вот этот тысячелистник, вот это, как он вымахал, какая-то вон от него это пошла, стрелу дал. Короче, тут с ним надо разбираться. Его уже надо будет куда-то пересаживать. Ну, тоже сейчас буду все обрезать. Вот, он такой мощный, прям цветок стал вообще. Что у нас тут? Каланхоя наоборот. Ну, видимо, мало места. Надо пересаживать, но у меня пока нету куда пересаживать, на самом деле. Вот, розу надо привести в порядок, но то, что я ее пересадила, очень даже здорово, она стала намного больше. Вот, и вон уже новенькие росточки дает. Вот, эта роза покупная, ее дарил гость, поэтому удивительно, что она у нас прижилась. Смотрите, как у меня... Блин, я забыла название цветов. Это мой любимый цветок, который я буду забирать. Вот, как он разросся, он очень красиво цветет. А этот лист от него, я еще по осени его сажала. Я так и не поняла, клубень он дал, не дал, но пока ростки никакие не дает. Ну, посмотрим. Смотрите, а петунья, которая однолетняя, уже цветет по какому разу? Год ей уже. И зимой цвела. И сейчас цветет. Ну, короче, все прольют цветы. Уберу все вялые. Вот. Ну, такая красота. Вот наш этот... Блин, я забыла все названия цветов. Господи. А вот ростки от него, которые я посадила в горшок. Смотрите, как они вымахали. Я постараюсь вставить. Они были очень маленькие. У меня такое ощущение, что я когда ушла и отстала от цветов, они все вон как разрослись. Смотрите, как здорово. Это этот. Ой, это, короче, ядовитый как-то чай называется. Короче, все забыла. Надо смотреть свои видео, вспоминать. За цветами не ухаживала и уже все и забыла. Вон как они вымахали. Прекрасно. Ну вот, я на работе. Постараюсь не заколебать цветы. И сегодня ими займусь.